Если не специалиста спросить, какие поморские суда он знает, то в лучшем случае услышишь «карбас». А ведь есть еще кочи, шняки, саянки, кинозерки, зырянки. Если человек ходит в море, то ему нужна более безопасная, большая мореходная лодка. Если он ходит в верхних течениях реки, используется лодка, то она обязательно должна быть плоскодонная, с очень низкой осадкой, потому что чем выше по течению, тем мельче река. То есть вот если взять зырянку, она такая очень красивая, она такой недокарбас. Немножечко карбаса, сначала начали шить карбас, а потом поставили два вертикальных борта, и получилась зырянка. Вот, они распространены на Печоре и на Мизене, в Верховьях. Сегодня товарищество поморского судостроения именно то место, где можно получить исчерпывающую информацию, как шили суда на русском севере. Здесь их не только строят по традиционным канонам, но и воссоздают, чтобы не утратить уходящую натуру навсегда. Для этого совместно с библиотекой САФУ уже не один год занимаются оцифровкой архивов Соломбальской судоверфи. А когда получили грантовую поддержку губернаторского центра Архангельской области, стали оцифровывать не только чертежи, но и сами лодки. Во время наших экспедиций по рекам, озерам, по Белому морю находили экземпляры поморских лодок, деревянных, традиционных, шитых вручную мастерами лодок. Иногда находили мастеров, хозяев, иногда не находили. И эти лодки оцифровывали. Снимали 3D-копию, скан, либо с помощью смартфона, либо с помощью множества фотографий, сделанных по кругу 360 градусов, и с помощью специальных программ превращали это в такой слепок, 3D-слепок. Первой оцифрованной ласточкой стал небольшой карбас из Лопшинги, который пригнали морем, построили его точную копию, а оригинал вернули к родным берегам. Опробованную и успешную технологию стали масштабировать. Теперь полученная в поле цифровая копия загружается в еще одну профессиональную инженерную программу. Уже на основе этой теоретической поверхности дальше происходит деталировка. То есть каждый набойчик вычерчивается, каждая там закладка, копоры, все вот это все вычерчивается. И получается в итоге вот уже сборка такая настоящая. Вот можно ее потрогать. Полученную инженерную 3D-модель можно не только потрогать. Самое главное, она позволяет выполнить один к одному точный двойник судна, даже если оригинал находится в плачевном состоянии. Лежат полуразвалившиеся такие, полусгнившие. Это, кстати, самые интересные экземпляры, потому что они вот уже все, они сейчас умрут, и мы как бы последние к ним прикоснулись и их запечатлели и сохранили в веках, можно сказать. Да, появилась информация об этой лодке довольно полная. Сейчас, по итогам экспедиции, команда проекта выполнила оцифровку 20 моделей, с которыми можно познакомиться на тематической выставке, где каждая лодка имеет свое неповторимое лицо. Каждый мастер шьет свою лодку. То есть, действительно, там на реке Мизень, например, идешь, и там одна лодочка лежит, там другая стоит, там третья. И вроде бы как они похожи, но на самом деле, если присмотреться, у них разная форма, они по-разному сшиты, технология разная, используются разные материалы и так далее. Мастер прямо все четко распишет, скажет, что это вот для этого, это для того, чтобы сеть вытаскивать было удобно, это для того, чтобы у нас здесь там такой заход в реку, что вдруг по-другому нельзя. Есть среди моделей и по-настоящему раритетные вещи. Например, весновальный карбас с Соловецких островов. Его используют весной, в межсезонье, когда лед становится, либо когда начинается ледоход. И ходить еще на обычных лодках нельзя просто, то есть там зажмет льдинами. А эта лодка, она очень легкая, и у нее есть еще салазки такие, с помощью которых этот карбас вытаскивают на льдину, если что, перетаскивают по льдине, спускают дальше и плывут. Вообще это фантастика на самом деле. Подавляющее большинство найденных и зафиксированных объектов, разумеется, остается на месте. Но одну саянку команда выкупила, отреставрировала, и теперь она красуется в музее. Сейчас уже строим ее копию, чтобы дальше отправляться в экспедиции, в походы по реке Мизень. То есть мы ее оттуда привезли, и оттуда же как бы новую везем обратно. Если же говорить о принципах, по которым в товариществе отбирают экземпляры для своей высокотехнологичной коллекции, то он насколько прост, настолько и надежен. В основном мы руководствуемся чувством прекрасного. Вот если мы видим, что лодка красивая, вот значит все, берем. Но это чувство на самом деле
для мастеров, которые строят лодки, оно основополагающее. Если лодка ладная, красивая, значит, она ладно и пойдет. Ну, то есть это прям конкретно правило такое, которое существует. Судя по скорости, с которым развиваются современные технологии, не за горами то время, когда к производству поморских лодок подключится и искусственный интеллект. Тем большего уважения заслуживает опыт архангельских корабелов, которые сумели грамотно и бережно соединить неумолимый прогресс и народное судостроение.